Итак, это выставка кошек. Это тут специальная клетка, для которой можно заходить кошкам. Ой, а вот это кошек здесь сколько. Ой, сколько здесь кошек, киска, киска. Ну, судя по всему, обычные кошки, так сказать, мурлычет вон, пытается на тебе залезть. Ну, в принципе, кошки такие пушистые, да. А вот этот пытается куда-то залезть. А вот это куда-то убегает. Вот это самое здоровое, наверное, зверь. Она такая громадная. Самая такая здоровая кошка, вредная, видишь, какая. Нету там ничего. Нету. Вот это самое здоровое, да. Вот какие-то сиамские, наверное, да. Нету там ничего. Нет, там ничего нету. Убегает куда-то, убегает. Куда убегаешь? Ну это черная какая-то неподвижная прям вообще. А, это Кушева. Это Кушева, ну-ка. Эх, привет! Это похоже на сиамских каких-то. Вон та самая такая здоровая. А эти что-то спят, чего вот они? Сиамских похож. И для них надо типа китикет принести, китикет.
Ух, ничего себе, куда запрыгнул. А, ну тут рассказывают про них все. Персик, Маруся, Масяня, Ляся. Просто дремит. Нет, вот самая такая. Британская кошка. Вот это самое здоровое. Ну-ка, стой, стой. Куда? Куда пошла? Ну, какая рожица. Это тоже спит. О, вот это самое здоровое. Куда убегаешь все время, а? Куда убегаешь? Да, тут такие домики тут интересные, а для них чуть-чуть, ничего себе, высокие какие. Так, надо выдвигаться с... Так, это был первый у нас вольер. Идем в следующий. Это спит. Оу. Так, это вот второй вольер. Ну-ка. Не убегай. Вот это второй вольер. Куда? Куда убегаешь? Куда? Нету, нет там ничего. Ну какая пушистая. А вот какая-то короткошерстная, да, это... Это вот она без этого, без шерсти. А вот еще одна короткошерстная, даже это. А, типа... А вот сверху, кстати, для них этот обогреватель повесили. А, и тут тоже вот такой обогреватель, чтобы они грелись, ничего себе.
Мерзляки какие кошки. Нет, просто валяется. Ой, ой, валяется где? Ничего себе какой. Он вообще спит, дрыхнет и ничего не чует. Вот только ухо видно и все. Ой. А это у них зона отдыха какая-то, да. А тут горячий воздух, поток идет. Тоже какая-то худая. А это вот кошка единственная, которая ходит туда-сюда. Она пытается сбежать, наверное. Вот эта кошка туда-сюда бродит. Так, ну это был второй вольер, пойдемте в третий. Вот это единственный бегает туда-сюда. Так, ну это вот второй вольер у нас. Так, вот нам третий, у нас третий вольер остался, да. Ну это здесь вот просто про кошек. Ну тут кошки тоже. Сейчас мы от вольера еще зайдем, да. Этот у нас третий вольер остался, да.
Ну вот, и сейчас зайдем в третье, последнее осталось. Здесь какие-то покрупнее крошки, прям. Кошки здоровые. Прям. А, там... А, вот сейчас. А, ого. Белый, это акела. А, гляжу, вот этот здоровый. И вот там вот будет Николай. А, вон она вышла. Вот он, Николай, да, вот он пошел. Да, вот этот здоровый кошка. Для социальных сетей только ручная настройка. Чтобы автоматическая синхронизация была, это нужно создавать систему. Так, разрешите. Третья, последняя у нас кошка. Ух, ух. Ух, ух, какая здоровая, ничего себе. Вот, здоровая тоже. Не, не, там, там у меня ничего нету. Там у меня ничего нет. Нет, нет, там ничего нет. Ого, вот это здоровое. О, вот это тоже нифига себе гигант. О, спряталась. Тоже здоровая. Тоже здоровая кошка. Эх, нифига себе, спрятался. Вот тут большие самые кошки, да. Вот, это вот в таком домике спрятался, да. А это прям совсем спит. Здесь никого нету. Спряталась. А, китикет? Не ест китикет. Спрятался. Вот это вот здорово, ничего себе. Мама, потом с другим пойдем. Смотри, ладно. Да вот они спиртом просто воняют. Здорово, здоровая кошка. Во,
Вот, смотри, Полин. Он пытается съесть. Смотри, кушает, видишь? Здесь не кушает. Клади ему. По одной клади, да. Чтобы не испачкать. Че, еще здоровый какой-то. Им, наверное, мясо надо чистое подавать. Ничего себе, здорово как. Стой, стой, куда пошел? Один хвост. Лапы. Какая-то маленькая. О, вот это вот здоровая, ничего себе. Вот это котяра. Нифига. Здоровый. Ну да, ну только он по роже видно прям. Такой, что вы меня разбудили? Ты не касаешься, нет? Типа вот такие. Что вы меня разбудили? Да. Ох, ух, ничего себе, какой здоровый. Вот это да. Ну да, большие кошки, большие. Ой, ой. Полин, смотри. Такой сердитый. Сердитый, мы его разбудили. Смотри, видишь? Он на рысе больше похож. Ты не кусаешься? Ничего себе. Это зона карантина. Норвежская лесная. Так, вот белая, потом коричневая, здоровая тоже. Еще.
он сделал? Крокотище? Вот, девочка лежит. Ну, такой, конечно, все съест. Сейчас на меня уже. На. Да. Мама, там этого корми. Он супер голодный. Ну, корми. Мама, смотри, белок. Ой. Беленькая акела? Давай посмотрим акелу. А вон тут лежит. Да, я злой. Да, вот это страшно. Самый здоровый кот этот, наверное. Ничего себе. Был. Ой, опять сюда. Ай, ты что, хочешь есть? А, он не достанет, наверное. Хоба, я... Ой, рыжий тоже большой. Рыжий тоже девушка хорошая. Ты же просил, что он какой-то серьезно. Не знаю, мне кажется, это как-то очень. Ничего себе какой. Вот они. Мама, что ты это ешь? Так, все кошки спят. Типа, что вы меня разбудили, да? Только хвост видно. Клетка полностью закрыта, да. Вот это самое здоровое. Ну-ка.
такой серьезный. Что ты кусаешься? Так, а где? А вот он, последний остался. Большой. О, сразу. Красавец. Да, так серьезная рожа, нифига себе. Морда, конечно, такая страшная. Но она специфичка, но она красивая. Да, да. У таких котов, да. Так, ну все, это была третья клетка. О, а тут клетки, они прям это, полностью. Ну, это была выставка кошек. Вот это, наверное, самый здоровый кот из всех. Да, вот этот. Все ушло.